У моря вообще перестало продувать. Так спокойно, абсолютно. Ни волны не заметает. И как-то чисто в городе. Знаете, обычно, когда проходит буря, кажется, что... Ну, обычно разметает мусор, но в этот раз все-таки, наверное, его убирали. Потом празднования были в центре. Сказала, мусор и пакет, смотрю, здесь море. Празднования все-таки были, кроме ярмарки цветов, которые я снимала. Было еще что-то, какое-то шествие на Пасху. Ну, были церковные шествия, это отдельно там в ночь на Пасху были. И в городе что-то отмечали народ, пенсионеры. Сейчас смотрели тоже в костюмах некоторые люди. У нас еще каникулы целую неделю. Мы еще отдыхаем. О, сейчас как долбанется она с этого мыска. Что-то здесь гору какую-то навалили, непонятно. Но жарко, реальное ощущение, что как оно было, градусов сколько? 15, под 20, наверное. Так оно и осталось. Сейчас я, наверное, пройду, посмотрю, где место есть свободное. Какая-нибудь бухточка. И, может, что-то из новостей еще расскажу. По туризму. Вот сейчас мы стояли, болтали со знакомыми. Проезжал автобус, опять большой. Я видела, что с ним подъезжали немцы в Мирамары. Получается, ну, туристы постоянно в городе. У нас, ну, там, кто вот статистику... Ох, здесь всегда так дует с этой стороны. Кто статистику ведет, там, на государственном уровне, по всем туристическим, предсезон, так сказать, пасхальные праздники, говорят, что на уровне 2019 года. Очень похоже. И это радует, потому что у нас же, ну хорошо, корона, да, она постоянно проблемы создавала. Сейчас же говорили, что вот многие туристы не захотят ехать, потому что бензин подорожал, счета больше, люди будут экономить, и никто не поедет на море. Но, знаете, тут тоже смотря кто как выходит из ситуации, кто у кого не было возможности, и раньше не ездили, наверное, или экономят и приезжают редко. Есть люди, которые просто сдают жилье там, ну, к примеру, не знаю, в своей стране, в своем городе, и жилье берут здесь. Или размена пенсионеров. Как вот в Апатии часто живут люди. Так что все это по-разному. Есть пансионы, есть мини-отели, есть... отели тематические. А, здесь лавку поставили. Хоть как-то этот пятачок облагораживает. Почему-то всегда здесь лысо было. Вроде такой подход к морю симпатичный. Могли бы какие-то лежаки что-то реально поставить. Очень много. Сейчас за бурей не плавают люди, а вообще и купающихся было полно. Вот здесь продувает нехило, да, всегда на открытом пространстве. Не получится у меня тут никаких вестей с этого пляжа. Видите, когда сторона открыта полностью, то совсем другое ощущение. Вроде на одном и том же пляже нахожусь. С одной стороны спокойно совершенно. Даже не продувает, а здесь носит и дует. Я тогда подымусь сейчас к городу и, наверное, уже из города что-то и поснимаю. Скоро уже будет приводить в порядок. Очень многие отели работают полным ходом. Естественно, их не будут закрывать. Они остаются до сезона. А апартаменты резервируют заранее, причем на длительный срок. Вот почему-то по Сплиту запросов было много. Но город известный, популярный. И
Говорят, что в Сплите теперь уже там прям посуточно и тяжело найти какие-то апартаменты, тем более квартиру, тем более недорогое и небольшое. Хотя я заходила, недавно искала на странице, видела квартирку. Такая хорошая цена, нормальная. Но объявление было достаточно старое, наверное, оно и быстро и отлетело. Быстро кто-то снял. Так, наверное, не буду дальше продвигаться. Хотела сегодня, вообще не знала, в какую сторону пойти гулять. Думала. Хотели на Кырк съездить, но до сих пор это невыполнимая миссия. Проблема в том, что сначала там была толпа туристы. Из-за того, что развязка плохо сделана, еще и дорогу новую там, что-то там в порядок приводили. Теперь у гостей много народу. Не знаю, мне кажется, я туда опять не доеду. А, нифига себе, подождите-ка секунду, посмотрю. Сад привели наверху в порядок. Наверное, тот отель начал уже работать немецки. Ну да, мне кажется, уже есть гости. Все, сезон у нас начался. Окончательно, бесповоротно.